Я вернусь домой утром. А куда ты? Иду к Сьюзи с ночевкой. Новое объявление. Смотри. Все газеты пишут про похитителя. Лучше не упоминай его. Ты же не веришь в эти страшилки. Он тебя не слышит и не забирает всех детей, кто говорит о нем вслух. Вот растяпа. Ну, просто волшебно. Вам помочь? Глянь только. Да уж. Не подашь мне шляпу? Вот, спасибо. Вообще-то, я волшебник. Это черные воздушные шарики? Хочешь, покажу тебе фокус? У меня важное объявление. Один из наших учеников, Финни Блейк, был похищен. А вдруг я смогу помочь полиции найти Финни? Что, не работает? И не работал, когда я был ребенком. Я закричу, расцарапаю тебе лицо. Это лицо? Я видела сон про Финни. Расскажи, что видела во сне? Его похитили. Мужчина с воздушными шариками? Да. Эти сведения не разглашались. Алло? Не клади трубку. Кто это? Ты знаешь наши имена? Отсюда. Пожалуйста, пусть сон окажется правдой. Видишь стену напротив? Я оторвал от нее длинный кусок кабеля. Там кодовый замок на входной двери. А какой код? Я вырезал его на стене. Поверь трубку! Быстро! Дерево, дверь, калитка. Я их раньше на его не видела, только во сне. У тебя мало времени. Тебе понадобится оружие. Подними трубку, сделай шаг назад и замахнись. Смотри, что мне пришлось сделать. Пожалуйста, быстрее. Помнишь, что я тебе говорил? Придет день, когда я должен буду дать отпор. Этот день настал, Финн. Черный телефон.